Прогуляться по Могилеву с Миколаем другим – это речаисность. Предприемство «Могилев Аблтурист» совместно с областным краезнаучим музеем и 5-й Могилевской школой распрацовали новый туристичный маршрут. Его незвычайный формат с элементами интерактиву первыми оценили российские туристы. Тему нового туристического маршрута «Прогулки с Миколаем II по Могилеву» организаторы обрали не випадково. С 1915 по 1917 Могилев имел статус военной столицы Российской империи. Тут находилась царская ставка на чале с императором Миколаем II. Тому и программа маршрута начинается с встречи туристов с его великостью. С этого момента, как кто-то хлестко заметил, судьбы мира решались в Берлине, Париже, Лондоне и Могилеве. Для московских туристов такой формат экскурсии стал приемной нечаканностью. Шанс почуть историю ставки с первых вуснов и отримать фото с императором на память выпадает не каждый день. Мы поколение немножко старше, а для молодежи было бы очень интересно посмотреть. И вот именно вот такая трактовка историческая мне очень понравилась. Она как-то ближе и ярче характеризует ту эпоху. Ролю Миколая II выполнил могилевчанин Андрей Маркаев. Тема для его близкая и знакомая. Андрей работает наставником истории. Поучаствовав в этом проекте, смогу, наверное, лучше донести те события, которые происходили на территории нашего города, нашей страны в прошлом. По словам распрацовщиков маршрута, покуль он дейничая у формате пилота. Его планируют сделать больше насыщенным и цікавым. Группа будет заходить в здание музея, будет проводиться экскурсия вот здесь на экспозиции. Естественно, Николай будет их тоже встречать. Будут просматривать кинохронику, связанную с пребыванием Николаем II, ну и в конце, к завершению, чаепития с Николаем II. Новый могилевский туристический маршрут уже оценили 6 групп. Заявки на поширенную экскурсию «Могилев Аблтурист» принимает на май. Ирина Бардиловская, Миколай Соболев, «Новини регион».